науке есть такое понятие, которое называется подмена понятий. То есть, когда там желаемое выдают за действительное или наоборот, действительное за желаемое. То есть, когда вы по-простому там знаете математику или физику, и вы пытаетесь подменить так называемое понятие. Вот очень часто люди путают алгоритм с торговой системой. В процессе написания алгоритмов может быть очень много, 10, 15, 20. Так вот, периодическое и постоянное изменение вашего алгоритма в соответствии с вашим стилем торговли, с конъюнктурой рынка, с любыми изменениями, как раз и приводит к тому, что вы выстраиваете именно свою торговую систему. Торговую систему выстроить не так просто. И не просто ее выстроить по одной простой причине, потому что конъюнктура рынка, она постоянно меняется. Что я подразумеваю под конъюнктурой рынка? Например, сейчас приблизительно порядка 2 месяцев крипта стоит на одном месте. Ну, было только 2 сильных движения, которые, по сути дела, мы поймали. А очень сильно стоит рынок Форекс на одном месте. То есть это и называется конъюнктура рынка, которой вы должны по-простому быть адаптированы. Вы должны понимать, что на рынке есть затухание волатильности и есть увеличение волатильности. Естественно, ваша торговая система не алгоритм, а именно ваша торговая система, она должна все эти вещи учитывать. Это и есть вот тот важный фактор, который по-простому вы должны учитывать. Сейчас я вам просто покажу, с чего я заставляю начинать работу всех своих учеников для начала. Да? Для начала. Вы должны понимать одну вещь, что любой из вас должен начинать свою торговлю с элементарных базовых вещей, которые вы по-простому должны знать. Так вот, когда люди ко мне приходят на семинар, либо когда люди покупают дистанционный курс, у людей есть одна большая проблема. Они элементарно не пишут так называемый конспект. Что, стартовая площадка. Да, спасибо большое. Что подразумевается под элементарными конспектами? Это набор базовых знаний, которые вам помогают, и вы всегда можете к ним обратиться. То есть у вас на столе, к примеру, ну, образно, я говорю, да, вот у меня есть Антуан де Сент-Экзюпери, видите, есть вот такая вот по-простому книжка, да, стоила она 1 рубль 20 копеек, там ее всегда лежит на столе. И первое, на что вы должны обратить внимание, это вот эти базовые вещи, которые вы применяете. Вот я гарантирую вам, видите, если вы не можете определить направление рынка, значит, вы вообще ни хрена не понимаете. Ну вот не обижайтесь. И для этого нужен как минимум конспект. Конспект плавно переходит в алгоритм. В алгоритме обязательно должны быть так называемые предпосылки. И это то, с чего по-простому вы должны понимать. Теперь давайте я вам просто покажу. Там один из новых конспектов, которые вы не видели. Если вы видите, поставьте плюсики. Сейчас я пройду по некоторых страничках. Видно, да? Видно. А теперь, перед тем, как мы перейдем, да, к картиночкам, задайте себе вопрос. Почему люди приезжают на семинар? Люди приезжают на семинар по одной причине. Сэкономить себе годы жизни. Если вы думаете, что люди только приезжают на семинар научиться, люди приезжают на семинар для того, чтобы сократить себе годы жизни. Ну вот элементарно, если вы не понимаете, как использовать АТР, куда просто элементарно его влупить, да, то грош вам цена, потому что АТР вам обязательно поможет, как правильно его использовать. Гарантирую,
что если бы вы до конца понимали правильное использование АТАРа, то вы бы торговали совсем по-другому. То есть с правильным использованием АТАРа вы бы 70% своих сделок не сделали, просто элементарно не сделали. А теперь давайте я вам просто покажу, вот что такое конспект. Вот смотрите. Конспект – это когда человек, по сути дела, переписывает, видите, все подряд. Это человек не просто сделал конспект, это вообще просто какая-то научная работа, где, видите, он прошел тренинг ТДЯ, он даже не был на семинаре, видите. Вот он просто себе, вот смотрите внимательно, я вам просто дам введение. Посмотрите просто, что вы написали. Это то, что человек пишет для себя. Да? Я понимаю одну вещь, да, ну, надо смотреть, если вы прошли ДК 3.0 и присутствуете про канале, результат отсутствует, ну, значит, вам надо работать над точкой входа. Это очень важный фактор. Вы должны понимать свою точку входа. Это не один день работы, это не один день. Если кто-то думает, что он прошел, например, к примеру, дистанционный курс и через 2 недели будет положительно торговать, вот смотрите внимательно. Любой из вас хотел бы по-простому иметь этот конспект. Видите, вот человек полностью все описывает. Но вы должны понимать одну вещь, что это будет чересчур просто для вас. Вы не хотите приложить абсолютно никакие усилия. Тем более, если вы прошли дистанционный курс или были на семинаре, то вы как минимум, вот Искен, у вас одна проблема, скорее всего. Вы не можете все сложить, а вы обязаны все сложить вместе. И тогда по-простому у вас будет какая-то вещь, которая поможет вам найти ошибки. То есть, скорее всего, смотрите, для чего вообще существует образование? Образование существует для того, чтобы вы понимали, что вы так или не так делаете. Для этого вы описываете себе алгоритм, пишете не только статистику. Статистика – это как бы уже, когда человек торгует. Скорее всего, человек просто элементарно не формализовал свои точки входа и точки выхода. Человек думает, что если он пришел в ПРО-канал, значит, в ПРО-канале по-простому за него все сделал. Смотрите дальше. Видите, у человека полностью все написано. Никогда не меняет таймфрейм. Видите? Самое тяжелое – это понимание рынка. А понимание рынка приходит только со временем. Смотреть и еще раз смотреть вдумчиво графики. Для молодого человека, которому мы написали, Искен, видите, элементарно. Вот первое, что вы должны делать, да, посмотрите внимательно. Видите, это понимать рынок. Понимание рынка, оно приходит только со временем. Вот здесь вот человек полностью, видите, рисует конспект. Как идет перевешивание, что такое уровни. Видите, смотрите внимательно. Представляете вообще, какое количество сил человек потратил на то, чтобы написать этот конспект. Это только конспект. Смотрите внимательно. Обязательно держите возле себя риск-менеджера и обязательно возьмите себе абсолютно непонимающего ученика для того, чтобы научить его основам. То есть вы видите одну вещь, насколько человек потратил свои силы для того, чтобы... Видите, уроки номер 2. Что такое статистика? Я вам просто покажу одну вещь. Урок номер 3. Вход, выход плюс тренд. Смотрите, я вам просто сейчас покажу, когда пойдут картинки. Разбор различных статистик. Программа сделки загружается, сделки любого, мне кажется, видите, скорее всего, наверное, может быть. То есть вы видите, насколько человек, вот Алексей Шанти, вот честно, вы пришли сюда хуйней заниматься, люди пришли учиться. Как вы собираетесь чему-то учиться, если вы сидите и задаете какие-то вопросы, кто купил себе машину, или кто полетел на самолете, или купил себе отдых? Вот у меня такое ощущение, ребята, вполне серьезно, что вам это нахрен не надо. Как вы, чему вы хотите вообще научиться, если вам сидят здесь, рассказывают, вам показывают, а вы сидите элементарно, там рассказываете вопросы и все остальное. Вот объясните, зачем вообще вы сюда пришли? Вот мне просто интересно. Я понимаю, есть другие спикеры, которым насрать. Вот они сидят, рассказывают что-то, вы там какую-то херню пишете, балабольством занимаетесь, они продолжают говорить. И типа цель предельно проста. Ну вот кому надо, тот будет учиться. Так вот мой совет всем. Перед тем, как вы садитесь торговать, просто элементарно сделайте элементарные базовые вещи для себя. Вот тут кто-то, молодой человек там, или там, неважно, девушка, кто-то написал, что в книге очень много всего есть. Вот в книге эти вещи есть.
Я понимаю, что люди делятся на категорию «очень хочу, нету денег». Для этих людей есть книжка. Книжку я специально написал для категории людей «очень хочу, нет денег» или «хочу попробовать, не хочу тратить деньги». То есть то, что вы видите, видите, он здесь полностью описывает. Смотрите внимательно. Какие бывают покупатели? Да 90% из вас элементарно просто не понимают, какие бывают покупатели. Там статичные, динамичные, чем они занимаются. Вы должны начинать с элементарных базовых вещей. Видите, кто такие статичные покупатели или статичные игроки? Это игроки, которые формируют уровни сопротивления и делают лимитные заявки. То есть вы будете понимать, для чего они делают. Кто такие лонгисты, кто такие шортисты? Видите, кто такие шортокрылые? Это те, кто закрывает шортовую позицию. То есть по-простому, конспект в первую очередь сделан для того, чтобы вы могли для себя взять базовые понятия. Вы знаете, могу каждому из вас прогарантировать, вот нас сегодня смотрят 425 человек. Даже если бы я подарил вам этот алгоритм, вы все равно бы свой не написали. 90% людей не написали. Если бы я подарил этот алгоритм, 90% людей просто бы не написали свой. Они просто взяли, положили бы на стол и периодически туда заглядывали. А цель обучения, она именно заключается в том, для того, чтобы написать свой, своей собственной рукой. Я вам просто покажу, это только часть бумажек, которые у меня на столе. Смотрите, видите, это акции, все. Я пишу сюда все свои мысли, я все записываю. Да, вот там сегодняшний день, к примеру, там просто показываю из ПРО-канала. Я записываю сюда все свои мысли. Знаете, потому что никто за мои мысли, меня никто не оценит, пока я их вот не положу на бумагу, и они не будут у меня лежать. Поэтому первое, что вы должны сделать в первую очередь, никаких ссылок на конспект я не дам. Да, я не дам. Когда я увижу, что люди в адеквате готовы его переписывать себе, вот тогда да, я дам. Мне не жалко его дать. Я просто хочу, чтобы вы учились. Да? Когда люди приходят в ПРО-канал, к примеру, да, они говорят, вот, что-то там нету там выходов и все остальное. И цель – научить вас. Запомните одну вещь. Да? Есть огромное количество, например, там на Инстаграме, в каналах, людей, которые дают рекомендации. А что, если этот человек уйдет и не будет давать рекомендации? Как вы дальше жить будете? Цель – это помочь научить вас каким-то определенным адекватным вещам. Вот это цель – научить вас определенным вещам. Давайте я вам дальше покажу. Смотрите внимательно. Видите, здесь все понятно. Вот человек понимает, что есть уровень, есть движение, понятно, куда поставить стоп. Видите, здесь полностью все описано. То есть человек полностью описывает. Понятен стоп. Что нам будет это стоить и что мы с этого поимеем? То есть какое будет соотношение риск-прибыль? Посмотрите, здесь 80 страниц. Вы представляете, какое количество человек потратил своего времени и здоровья для того, чтобы это сделать. Теперь смотрите внимательно. Самое главное для трейдера – это привязать точку входа к чему-то. Выход объема или уровень. Это очень важно, потому что точку входа вы сами определяете для себя. Запомните один очень важный фактор, что инструмент должен вписаться в ваш сценарий, а не наоборот. Вот это очень важный фактор. Вы должны сначала все описать, а потом это должно все, видите, посмотрите. Это должно вписаться. Что такое нисходящая база? Посмотрите, как правильно проводить уровень. Видите? То есть первое, что вы всегда делаете, да, виды ложного пробоя. Первое, давайте я вам объясню, что вы делаете. Значит, смотрите, представьте себе, давайте возьмем элементарно, да, вот что вы делаете. Вы хотите простудировать книгу. Вы берете, например, книгу, да, неважно, я вам сейчас покажу. У меня очень много книг, которые там я стараюсь читать. Видите, вот смотрите, какие у меня красивые книжки есть. Видите, это Экзюпери. Смотрите, как красиво. Лучшему шефу, видите? Вот. Что я делаю? У меня есть такой фломастер, там, видите? И у меня есть фломастер разных цветов. Я начинаю себе зарисовывать то, что я не понимаю. Запомните одну вещь.
Очень важный вопрос. Если вы не записали на лист бумаги какие-то очень важные для себя вещи, шанс, что вы их забудете, равен 90%. У меня все по листикам записано. Смотрите, Турция, виза. Если вы посмотрите, то вот таких вот бумажек, да, вот таких бумажек, смотрите, у меня стопки. Да? Я записываю себе абсолютно все. И что касается трейдинга, и что касается там моих мыслей. Если я, например, увидел какую-то картиночку, да, вот я для себя записываю. Записать видео студентам, GBP, видите, вот, распадская там и все остальное. Вот эти все вещи у меня есть. Что происходит с вами? Какая у вас у всех основная ошибка? Вы ошибочно, знаете, что делаете? Вы ошибочно начинаете торговать, думая, что практика вас приведет к какому-то количеству знаний. Запомните одну вещь, она пришла из науки, что практика без теории абсолютно ничего не значит. И если вы не обладаете элементарными теоретическими знаниями, если вы, у вас нету их, да, то есть у вас, вы просто хотите открыть и сесть там элементарно, там сразу сесть и поехать на машину, потому что вам кто-то рассказал, что машину водить очень легко, так? В первую очередь, вы должны понимать, что практика без теории не существует. Сначала должны быть элементарные теоретические знания, то есть база, да, которые вы вообще не ищете. Есть книжка, есть там канал Герчик & Ко, есть канал Герчик, есть огромное количество видео, есть Заботкин, есть Макеев. Вы ни хрена делать не хотите. Я очень, конечно, извиняюсь, что мы сегодня перешли на личности, но по-другому я сказать не могу. Для тех, кто торгует Форекс, два вида выставления стопов. Технический стоп и цифровой. Цифра от АТР. Видите, все полностью написано. Где на Америке, на каком, на России, где стандартный стоп. Видите, здесь полностью все есть. Посмотрите внимательно. Этот человек сделал работу, так? Видите, посмотрите, как выставляется take profit, risk management, money management. Видите, у этого человека все есть. Теперь давайте поговорим, перед тем, как я перейду к алгоритму, давайте теперь поговорим изначально, что такое алгоритм. Вот алгоритм – это выжимка самых нужных вещей из конспекта. Вот это очень и очень важный факт. Поэтому вы должны понимать одну вещь, что из конспекта сначала, из того, что вы просто взяли какую-то информацию, после конспекта выходит, естественно, алгоритм. То есть в алгоритме он более жесткий. Сейчас вам покажу один алгоритм. Итак, вот смотрите, очень важный фактор. После того, как вы сделали свой алгоритм, это еще не значит, что у вас есть система. Как выстраивать систему после того, как у вас есть алгоритм? Вы периодически, модернизируя, дополняя ваш алгоритм, делаете определенные вещи, которые дополняют ваше понимание рынка. Например, вы поторговали сначала пробои, которые просто описаны в алгоритме, и потом берете отдельно, например, ваш алгоритм и дописываете. Сказали, вот когда я торгую пробои, там нету импульса или есть импульс. И вот из этого всего, после того, как вы выжимаете алгоритм, вы делаете, начинаете торговать торговую систему. Торговая система всегда состоит из нескольких вещей. Первое – это понимание графиков, то есть это написание сценария. В сценарии, естественно, что вы делаете в первую очередь. Давайте я сейчас вам покажу просто несколько примеров сценариев. В соответствии с тем, как вы начинаете работать с вашим алгоритмом, вы начинаете писать вот такие вот сценарии. Видите? Вот. Зависит, полностью описываете, что будет. Вот это не часть алгоритма, это часть торговой системы. Почему? Потому что вот на основании вот этого, да, на основании вот этого, того, что вы себе написали, на основании сценария, вы будете уже отрабатывать свою торговую систему. Почему? Вы уже здесь к алгоритму не вернете. Алгоритм вам поможет посмотреть, ага, сколько было пройдено ТАР, сколько прошли, нет какой реакции, где закрылись. А сценарий будет вас вести к тому, что работает, а что не работает. Так вот. Когда вы будете определять, что работает для вас, именно для вас, а не на рынке, а что для вас не работает, это и будет частью вашей
естественно, торговой системы. Видите, я вам покажу много просто разных примеров. Вот, видите? То есть вот сценарии ваши – это часть вашей торговой системы, которую вы будете строить. А теперь я вам покажу очень классный алгоритм, который мне очень понравился. Смотрите внимательно. Почитайте внимательно. Это один из моих самых любимых алгоритмов. Ну, такой он смешной, видите? Но очень четкий. Видите? Лена Дьякова правильно говорит. Сценарий – это пункты из предпосылок, которые ведут к сценарию, а отработка сценариев, внимательно, отработка сценариев и помогает вам создавать систему. То есть вы сначала описываете вот такие вот сценарии, которые мы там в ПРО-канале даем, видите? Вот они. Вот в ПРО-канале даются такие сценарии. Вот смотрите, вот был «Газпром». Давайте я вам покажу пример. «Газпром 277». Была покупка дана по «Газпрому 277». Видите? Давайте сейчас просто элементарно, я вам просто покажу. У меня открыт российский рынок. Сейчас, одну секунду. Вот смотрите внимательно, кто сегодня у меня в ПРО-канале был, тот видел российский рынок. Итак, смотрите внимательно. По российскому рынку был дан сигнал на лонг 277. Да? Еще раз, Лен, включи, я покажу, просто чтобы вы понимали, и дам вам объяснение. Вот. В соответствии со своим, вот видите, «Газпром» 277. В соответствии со своим сценарием я должен торговать «Газпром» по 277. Естественно, до этого у меня сначала был конспект, потом у меня стал алгоритм, сейчас у меня сценарий. Почему я смотрю 277? Первое. Вы купили полностью все падение инструмента, вернулись вверх. Видите, это называется выкупной бар. Вот такие вещи вы должны знать, это база. Это выкупной бар. То есть, когда инструмент очень сильно падает, давайте я вам сейчас нарисую его в Paint. Видите, это просто ликбез вам элементарный, просто ликбез. Итак, вот смотрите внимательно. Если вот инструмент делает вот такое вот движение, да, вот, это вот этот кусок, он называется выкупной бар. Это самый сильный игрок. Почему? Когда инструмент очень сильно падает вниз и его полностью выкупает, это значит, что пришел очень крупный игрок. А если закрытие инструмента в данной ситуации, видите, хай по «Газпрому» выше предыдущего закрытия, значит, в инструменте остался сидеть очень крупный игрок. Теперь дальше посмотрите, что у нас было. То есть был полностью выкуплено падение, и закрытие было практически под самый хай. Видите, хай был 277,5, а закрытие было 276,80. Естественно, так как закрытие очень близко от хая, я, естественно, поставил 270. Смотрите внимательно. Вот. Это, естественно, утро было открытие. Вот. 277. Видите? Посмотрите внимательно. Ровно на той точке, которую я показал. Смотрите внимательно. Ровно на 277. Видите? То есть не надо потом говорить, что я не провидец. Ну, шутка такая. Смотрите внимательно. Газпром 277. Видите? И открытие. Open. 277. Смотрите дальше, все, видите, посмотрите, какое сильное движение, 4 рубля, это чуть-чуть меньше 2%. То есть все, что я по сути делал, я торговал свою систему. Дальше, после резкого движения нету отката, это часть системы. Дальше, значит, движение вверх будет продолжено. Все, вот сегодня кому надо было заработать, тот заработал. А теперь посмотрите внимательно на алгоритм FADAMIS. Я надеюсь, что я сегодня... Как я могу связаться с кем-нибудь в вашем офисе? Я живу в США. Ну, хорошо, что вы живете в США. Много людей в США живет. Я не понимаю ваш вопрос. Просто для чего связываться? Какая причина? Можете Лене написать и все. Смотрите внимательно. Значит, естественно, вы должны знать все мелочи. Их очень много. Их очень много. И я поэтому вам объясняю, да, вот эти мелочи. Смотрите внимательно, как красиво человек сделан. Посмотрите. Просто. Это лучший алгоритм, который я видел. Ну, веселый. Смотрите внимательно. Вот просто посмотрите. Не хочешь оказаться среди них, видите? Вот. И стать засаженным. Посмотрите, какая красота. Это один из лучших и смешных алгоритмов, которых я видел. Видите? Но, видите, чем образуются сильные уровни? Прям фотографируйте. Я гарантирую вам, что практически никто... не фотографируют. Посмотрите, какая красота. Поджатие, консолидация, отстой инструмента для накопления энергии. Что такое зеркальный уровень, что такое точка излома тренда и паранормальный бар. Вы представляете, сколько сил
здоровья этот молодой человек потратил на написание этого торгового алгоритма. Это просто шедевр. Смотрите. Аксиома. Видите? Смотрите. Ниже уровня продаем, выше уровня покупаем. Вот все здесь есть. Здесь все правила описаны. Видите? Посмотрите, какая красота. Не лезьте в бумаги с маленьким объемом. Первое, с чего вы начинаете, это элементарная базовая вещь. Я надеюсь, что сегодня из нашего эфира или из тех, кто посмотрит, да, нас смотрит там 600 человек, из тех, кто нас посмотрит, например, там у нас просмотр там 10-15 тысяч будет, найдутся люди, которых я считаю адекватными. Что такое адекватный человек? Человек возьмет и скажет, что-то я не то делал. Герчик мне показал, что у меня действительно есть проблемы, и я буду делать как правильно. Первое. Это база. То есть вы должны понимать о базе все. Что такое паранормальные бары, что такое риски, стопы и все остальное. Это все есть в книжке. Огромное количество видеороликов, которые у нас есть. Из этого вы соберете вот такую вот базу. По-простому свою книжку. Вы все должны сами полностью писать и рисовать только по одной простой причине. Только тогда, когда вы сами все рисуете и сами все пишете, вы понимаете то, что вы сделали. После того, как вы опишете себе элементарные базовые вещи, вы должны сделать элементарно. Это мало-помальский алгоритм. Знаете, есть хорошая феноменальная фраза, которую сказал Суворов и Кутузов. Отсутствие плана, вернее, плохой план, лучше отсутствие плана. У вас должен быть элементарный алгоритм. Пускай он будет не совсем правильный. Пускай он будет не совсем адекватный. Но он будет. И когда вы возьмете бумажку, у вас на бумажке будет что-то написано. Это что-то и поможет вам в будущем. Как бы вы ни крутили, что бы вы ни делали, вы должны понимать один очень важный фактор. Рынок не прощает никому ничего. Даже если один раз вас пронесло, и вы там пересидели убытки или еще что-то. Первое. Из вас никогда не получится профессионального трейдера. И второе. Рано или поздно вам это просто надоест. Вы начнете терять деньги, и это очень плохо закончится. После того, как вы сделаете алгоритм, почему обязательно нужен алгоритм? Потому что в алгоритме должны быть прописаны простые сделки. Самые простые сделки в самом начале – это пробойные сделки. Но для того, чтобы понимать пробойную сделку, вы должны понимать, что такое энергия, что такое уровни, что такое накопление или распределение. То есть вот это основные вещи. Если вы начнете понимать, как работают пробои, на основании того, как работают пробои и понимание всего остального, вы сможете выстраивать свою торговую систему благодаря тому, что вы будете подкручивать какие-то вещи, которые работают или не работают. В этом и заключается именно основной пункт правила построения торговой системы. Знаете, что самое интересное? Вы будете смеяться, что если вы возьмете любую чужую торговую систему, любую чужую торговую систему, просто вот все перечисленные пункты, вы все равно не сможете ее отторговать. Сейчас я сохраню этот файл еще раз. Вы все равно не сможете ее торговать, потому что эта система была написана человеком под человека. Вот мне просто очень интересно. Хочу сделать сыну подарок, дайте ссылку на самый хороший. Ну, естественно, Александр Герчик. Лен, сбрось ссылку на мое обучение. А смотрите внимательно. Значит, представьте себе вот такую вот ситуацию. Лена сбросит позже. Лидия Маркова, можете обратиться ко мне. У нас есть общение с живым человеком без проблем. Те, кто был у меня на семинаре, или те, кто смотрел это до я, цель написана там одна. Мы хотим вас научить пониманию рынка и созданию вами же
своей торговой системы. Если вы будете торговать чужую торговую систему, вы не будете знать, как ее исправить. Если вам дали машину, но не объяснили, какие проблемы у этой машины, да, то у вас будут проблемы. Поэтому мой совет один. Вы должны сначала начать открыть в первую очередь это базовые вещи. Потом вы должны построить свой алгоритм. Пускай неправильный. У нас есть конструктор алгоритмов Герчик & Ко. Огромное количество видео есть по алгоритмам, понимаете, которые помогут вам. Но вы должны его пройти сами. И только потом, когда начинаются первые сделки, будь то пробой, или будь то отбой от уровня, или будь то ложный пробой, вы должны пройти сами. Ну, если кому-то повезло, и он может сам полностью сделать торгового робота, тогда большие молодцы. Всем желаю удачи. База, алгоритм, после этого строите торговую систему. Если не понимаете, не садитесь торговать, не делайте никакие сделки. Иначе ни к чему хорошему это не приведет. Все. Всем вам хорошего дня. Как всегда, с вами был душевный Герчик. Ну, не умею я просто преподносить материал в черно-белом варианте.